Некоторые люди выбирают очень необычные места для проживания. Вот 10 самых странных мест, где живут люди. Привет, Гуглета, с вами профессор Гуглов. Сколько раз я ловил себя на мысли: эх, хорошо бы поселиться где-нибудь на краю земли, на высоком утесе у водопада. И так, чтобы никого вокруг. Но на самом деле надолго бы меня не хватило. Ну что это за жизнь без семьи и друзей? Но посмотреть, как живут другие, я всегда готов. А вы подписывайтесь на мой канал и смотрите. Висячий храм горы Хэншань. На скале у священной горы Хэншань, это в Китае, как вы понимаете, находится храмовый комплекс, которому почти 1500 лет. Он называется Сюанькун-Си, что в переводе с китайского означает «храм, парящий в воздухе». Это китайцы правильно назвали. Посмотришь на храм, и создается впечатление, что здания монастыря буквально висят в воздухе. Монастырь был построен в далеком 491 году. Да, я не оговорился, без тысячи, просто 491 году, в конце 5 века нашей эры. С годами комплекс расширялся и перестраивался, но основная идея подвешенности оставалась неизменной. Монастырь состоит из трех секций, расположенных одна над другой. Между собой они соединены всевозможными переходами. Только главная, нижняя секция, возведена на фундаменте из кирпича. Все остальное поддерживается с помощью деревянных опор. Самая низкая секция находится на высоте 26 метров от земли, а самая высокая – 50 метров. Скала, на которой расположен храм, заодно является его задней стеной. Комплекс состоит из 40 залов и павильонов. Все они украшены статуями, панно и барельефами. Понте-Векьо. И снова Италия. Это одна из главных достопримечательностей Флоренции – мост Понте-Векьо, что в переводе с итальянского означает просто «старый мост». А на самом деле это не просто переправа с одного берега реки на другой, но и уникальный архитектурный памятник. За последние 6 веков он практически не изменился. В 1345 году Понте-Векьо приобрел облик, который сейчас наблюдают жители Флоренции и гости города. Реконструкция сделала его грандиозным – с торговыми лавочками, большим проездом и даже жилыми домами. В таком виде мост простоял до Второй мировой войны. В 1944 году над мостом нависла угроза. Казалось, он доживал свои последние дни. Когда фашистские войска покидали город, они взялись за уничтожение всех мостов, которые были к тому времени возведены на реке. Удивительно, но Понте-Векьо страшной участи избежал. Говорят, что произошло это по специальному приказу Гитлера. Историки Второй мировой войны думают, что диктатор сохранил мост вовсе не из любви к прекрасному. Внушительное сооружение потребовало бы много средств и времени на подрыв. Аль-Хаджара, Йемен. Йеменский город Аль-Хаджара известен с древнейших времен, но он напоминает и современные мегаполисы. Его коричневые строения с плоскими крышами, рисково балансирующие на горных вершинах, похожи на небоскребы. Многие из домов украшены замысловатыми фризами и рельефами, типичными для этого региона. Удаленность от других поселений, узкие улочки и тесная застройка – это вынужденные архитектурные решения в горах, которые обернулись во благо. Когда в далекие времена случались войны, а происходило это часто, горожане позволяли агрессорам войти в город, но не оставляли им надежды унести отсюда ноги. Сегодня в Аль-Хаджаре рады туристам. Этот город, чье название происходит от арабского «хаджар», что означает «камень», город, построенный из камня на высоких крутых скалах, теперь открыт и гостеприимен. Между прочим, жители этого горного района особенно славятся своим танцевальным искусством. Но чтобы ощутить теплый прием, нужно сначала преодолеть 40-километровый маршрут от столицы Йемена на северо-восток страны. Неужели пешком? Матмата, Тунис. А вот подземные жители Матматы, это небольшой городок на юге Туниса, с удовольствием приглашают туристов зайти в гости. В некоторых путеводителях это место называют берберской столицей Туниса. Матмата прославилась домами берберов, которые не возведены над, а выкопаны под землей. Фактически местные жители живут в пещерах, выдолбленных в стенах. Этих местных называют троглодитами. Это только сначала страшно. Слово «троглодит» с древнегреческого переводится как «живущий в пещере». Поэтому под троглодитами понимают всех людей, обитающих в пещерах, естественных или искусственных. Такие люди жили не только в Африке, но и в Италии, Турции и даже на территории Крыма. Проживают они и на территории современного Туниса. Я был тут лично. Один раз посмотреть на все это великолепие интересно, но жить так все время – это… Извините меня. Такие дома местные берберы создают уже несколько тысяч лет. Дом представляет собой просто большую яму глубиной от 3 метров и шириной до 13 метров. Это своего рода центральный двор дома.
В стенах создают комнаты-пещеры. Если рядом живут родственники, то дома соединяют туннелями, получается настоящий лабиринт. Гиды рассказывали нам легенду о том, как возникла эта традиция. Когда-то Римская империя отдала этот регион для заселения двум египетским племенам. Они получили право убивать любого, кого встретят на пути. Местные жители были вынуждены прятаться и начали создавать дома под землей. Так и возникла традиция строить подземные дома. Но я думаю, что в пустыне это единственный способ спастись от зноя и выжить. Силенд. Раз уж вспомнили про Вторую мировую, расскажу про оборонительные сооружения у берегов Великобритании. Форты, призванные защищать страну от вражеских нападений, были установлены в Северном море как раз в годы войны. После войны башни получили вторую жизнь. Заядлый радиолюбитель Рой Бейтс искал место для собственной базы со скромным названием «Лучшее музыкальное радио Британии». Вместе с женой и сыном он добрался до одной из бывших военных платформ под названием «Башня Бурь». С легкой руки Бейтса пустующая бетонная махина стала самостоятельным государством. Радиолюбитель провозгласил себя монархом территории, а свою семью – правящей династией. И тут, наконец, восторжествовала справедливость, а не так, как в Португалии. Правительство Британии такое положение не устроило. Оно подало на Бейтса в суд. Но судья Эссекса постановил, что дело Бейтса и его острова вне юрисдикции Великобритании. Территориальные воды страны простираются на 5 километров от берега, а расстояние до форта около 13 километров. С тех пор у Силенда появился национальный лозунг «Эмаре Либертас», в переводе с латыни «Свобода моря», а 2 сентября отмечается как главный государственный праздник Силенда. Я совершенно ошарашен и понимаю, что в мире еще много бесхозной земли и воды, осталось только найти их. Каса ду Пенеду. И еще один необыкновенный объект архитектуры. Дом Каса ду Пенеду находится в горах на севере Португалии. Стены здания связывают между собой 4 гранитных валуна. Оно выглядит единой каменной глыбой, построенной в эпоху неолита. А из-за асимметричных окон и дверей напоминает пристанище сказочных персонажей. Придумал и создал дом Витор Родригеш. В интервью португальской газете «Паблика» сын владельца рассказал, что в 1972 году они с отцом поехали в горы на пикник. Там Витор заметил на вершине 4 огромных камня и произнес: «Что, если я возведу здесь дом?» В том же году он начал строительство, и через 2 года все было готово. Теперь двухэтажный Каса ду Пенеду высотой 5 метров органично вписывается в местный пейзаж. Для его постройки применялись только природные материалы – камень и дерево. Исключение – застекленные окна и металлическая входная дверь. Вот как же просто там все у них в Португалии. У нас бы им живо показали, как это возводить постройки на чужой земле. Но нет, собственник планировал отдыхать в горах в уединении со своей семьей. И так теперь и делает. Сетениль де лас Бадегас. Я думаю, туземцы специально придумывают непроизносимые названия для своих главных святынь, чтобы мало кто смог туда добраться. Скажем, хочешь дорогу спросить, а название не помнишь. Вот, к примеру, испанский город Сетениль де лас Бадегас. А между тем, это один из самых необычных уголков Андалусии. Над улицами и домами в этом городе, я буду так его называть, нависают большие скалы, вызывающие восторг у туристов. Кажется, что скалы вот-вот обвалятся, но нет. Эти базальтовые глыбы стоят уже несколько миллионов лет. Сетениль де лас Бадегас спрячется в скалах больше 8 веков. Жители этого древнего поселения во все века славились необычайной храбростью. Они стойко отражали многочисленные атаки римских воинов, которые смогли завоевать город только после 15-дневной осады. Большинство домов в городе были построены путем расширения и укрепления природных пещер. Они так искусно сочетаются со скалами, что кажется, ты находишься в сказочном месте, где какой-то фантазер создал удивительные замысловатые скульптуры. Вилла Подсолнух. И снова Италия. В 30-х годах прошлого века местный инженер-конструктор Анджело Инверницци решил построить в пригороде Вероны загородный дом для своей семьи. Да не просто избушку или палаццо, как водится у итальянцев, а необычное здание, которое бы вращалось. Дом должен был поворачиваться на 180 градусов, но в процессе проектирования оборот сделали полным. Так был реализован принцип подсолнуха, который следует за солнцем. Скорость вращения, заложенная инженером, 4 мм в секунду. Это позволяло сделать полный
оборот за 9 часов и 20 минут. Дом приводился в движение двумя двигателями мощностью по 3 лошадиных силы и мог крутиться по и против часовой стрелки. Здание вращалось вплоть до смерти инженера, а потом из-за проблем с содержанием остановилось. Сегодня башня высотой более 40 метров, выполненная из стального каркаса, кирпича и железобетона, похожа на маяк, а весь объект сверху напоминает огромные и медленно поворачивающиеся солнечные часы. Вилла неподвижна и зафиксирована в своем самом представительном положении. На этом все. Как я и предполагал, жить в таких странных местах не каждому по плечу. Это скорее оборонительные или обрядовые сооружения. В любом случае, побывать в этих местах или увидеть их можно на моем канале. Подписывайтесь на канал Профессор Гугл, смотрите другие видео. Будьте здоровы!